И еще раз всех приветствую. Раз уж я вышла на стрип, у меня здесь дело было, так уже сниму несколько роликов, чтобы ответить на несколько вопросов. Вот я стою сейчас перед главным входом в отель Treasure Island. Он опять же на Лас-Вегас-бульваре. Как видите, это ответ на вопрос для тех, кто спрашивал про такси. Вот это стандартные такси. Вот они здесь. И им разрешается подъезжать к передней, к самой передней двери и забирать пассажиров здесь. И они могут также ожидать. Вон у них там стоит, вон там. Это их очередь ожидания. А Uber и Lyft, это то, что Яндекс.Такси, нам сюда приезжать нельзя. Нам здесь можно выгружать пассажиров, но и только. А забирать пассажиров мы можем вот только там. Вот там, где стоп-сайн, вот там нам только там их можно забирать. И это все прописано в законах. А так как все отели – это, естественно, частная собственность, то за это могут нам, во-первых, выписать штраф, сам отель. Штраф немалый – $250. И плюс могут вообще запретить заезжать на их частную собственность. Очень даже могут. Закон это называется trespass. И если они тебя здесь trespass и за тобой будут наблюдать, то все это кончится очень плохо. Еще одним штрафом, а потом, возможно, и арестом. Ну, вот такая ситуация насчет такси обыкновенного. Их несколько компаний, кстати, в Лас-Вегасе. И Uber Lyft.